Шкода – это семейный бренд, и тест-драйвы под стать. На некоторые можно приехать с детьми и собаками. В этом году тур «Шкода Experience» посетит несколько российских регионов. Мероприятия для всей семьи уже состоялись в Нижнем Новгороде и Казани. А в минувшие выходные тур приехал в Пермь. Просто фантастика. Хотя я владелец «Шкоды», мне есть с чем сравнить, но то, что я увидел, это просто космос. И вся сама площадка, как она устроена, я просто не представлял, что можно на таком небольшом промежутке продемонстрировать столько возможностей этой машины. Ой, нам очень понравилось. Выходить не хотелось, если честно. Хочу еще раз. В этом году федеральный тур «Шкода Experience» охватит весь модельный ряд марки, в том числе спецверсии. «Шкода Кодиак Скаут», «Шкода Суперб Спортлайн», «Шкода Октавия» с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки, а также автомобили спецсерии «Хоккей Эдишн». Самое сложное упражнение здесь – внедорожная трасса для «Шкоды Кодиак». Вот по этим препятствиям ехать именно ровно. Ну, вот так вот вернулись прямо. В шатре виртуальной реальности нам показали мини-фильм о марке. Еще один аттракцион – интеллектуальный тест. В этой части тест-драйва у автомобиля заклеены все окна, поэтому в салоне очень темно. Задача водителя – объехать препятствия и припарковаться задним ходом, полагаясь только лишь на камеры. Для тех, кто всерьез заинтересовался конкретной моделью, приготовлена интерактивная зона. Приходящие гости могут самостоятельно посмотреть все варианты автомобилей, которые представлены, сконфигурировать автомобиль своей мечты, посмотреть, как он выглядит внутри. С площадки гости отправились на городской тест-драйв, чтобы прочувствовать достоинство автомобилей в реальном мире.